девчата, а девчата, у меня для вас есть сюрприз. Какой? Ваш любимый фрукт. Какой самый ваш любимый фрукт? Я знаю, уже пахнет. Дуриан. Че, серьезно? По запаху уже поняла? А ты, Поль? И правда дуриан. Чувствуете? Чувствуете, как он пахнет? Вот там. Помогай, мам. Вообще, просто сильно. Не, Кусь, он колючий, аккуратно. Он даже, он, смотри, через картон даже он. Ого. Иголочки повыскакивали. Так. Обошелся он нам 73,20. 73 юаня, это примерно 700 рублей. То есть дуриан стоит недешево на самом деле. Вот. Покажи, он там где-то маленько. Дай-ка им понюхать. Вот, смотрите, он здесь треснул. Девчата, аккуратно, колючие. Вон, ну-ка, нюхайте. Слушай, даже близко не надо носом туда. Я тоже думаю, потому что... Сейчас мы его вскроем, мы будем его кушать. Он поднять, правда, дуриан, чтобы резинки снимать. Вот ты уже открываешь его? Угу, хочу побыстрее кушать. Угу. Как ты запутала. Эй, Вероника, не двигай. Мама, аккуратненько, я не хочу раскрыть. Тарелка. Я тарелка. Ого, мама, ну ты прям терминатор вообще, Рэмбо. Это как так? У мамы что ли есть? Запах. 107. Ну рассказывайте ребятам, чем пахнет, а? Ну понятно, что дурианом. Ну, как, на что похоже, пахнет, скажите. Ну, похоже опять молоко с йогуртом. На что похоже? Молоко с йогуртом. На молоко с йогуртом, Поля говорит. Дурианом. Не похоже, что ли, тебе? Мама, тебе на что похоже запах? Ну, фруктовый запах. Мне больше похож на... Как он называется-то? Грейпфрут этот большой. Как он называется? Помело. На помело больше запах похож. В общем, мне дуриан сильно похож на очень сильно фруктовый запах, такой перепрелых каких-то фруктов. То есть он такой какой-то вот. А почему ты его не хочешь есть? Да я укушу разочек, я не любитель. Ну откуси. Дуриана вашего. Можно? Да, кушайте. Ну давайте, девчата, кушайте и рассказывайте, давайте, на что похож он. Говорили. На что похож, Гри? Сахар с молоком, с йогуртом. Да? Здесь есть что-то? Хорошее? Дайте его укусить. Как ты думаешь, что? Такой мягкий. Как ты думаешь, здесь есть долька еще, нет? Слав? Да. Вот здесь? Да, есть. Как ее вскрыть? Прям такой вкус сильный. Yes, я его открыла. Лежай кусок. Слушай, а какой хороший. О, мухи полетели, смотри. Что за мухи? Ну какая-то мошка улетает. Ну одна какая-то мушка откуда-то прилетела. Господи, мухи слетели. Стая целая прилетела. Очень спелый. Очень много вот этих долей в нем. Мы купили очень удачный. О, покажи, что там внутри, Полечка. Косточка. Косточка. Кстати. Кстати, чистая. Кстати, хочу спросить, я не знаю, я спрашивал, какой самый ваш любимый-то фрукт? Все-таки. Дуриан, что ли? А манго? Мне манго нравится. Так а тебе что, дуриан или манго больше нравится? Манго и дуриан. Тебе манго вообще не нравится, ты же говорила. Да. Ты, короче, запуталась уже. Мам, тебе какой фруктовый? Вместо манго. Мама. Фрукт какой больше всего нравится? Я люблю все фрукты. Мне нравится и манго, и дуриан, и вот этот, как он, мангостин. Я еще люблю дыню. Я еще люблю дыню. Да, Ника, кстати. Слушайте, вы чувствовали бы вы здесь, какой запах здесь стоит? Мы купили очень-очень хороший плод. Недорого. Прям
Прям очень хороший плод. Очень много в нем мякоти. Ну, вот этих именно сердцевин. Ну, ну. Плодов. Да, да. Запах стоит вообще. Тарелочку, наверное, тебе, да, да. Да. Мам, давай тоже пробуй. Ты все его полностью разобрала? Да. Вот все, что от него осталось. Он такой, зараза, колючий. Сейчас. Желательно все это сразу надо будет выкинуть, потому что будет потом долго напоминать, что мы ели дуриан, да? Ага, потом будет пахнуть вот так. Мы будем приходить в мусорку, да. Дуриан! Ну, я сказал бы, вкусно пахнет. Так. Мне тоже запах нравится. Ненавязчиво, нормально, мне нравится тоже. Брать. Ну я его так ем, что вот ну, я его укусил, и мне буквально вот хватило. Нет, наоборот, мне нравится. Я еще хочу апельсиновый сок попробовать, вон он. А ты почему такая хрюшка? Хрю сделай. Хрюкает и не стесняется. Батарейка садится. Мам, давай пробуем. Я уже ем. Я вижу свою грязь на носе. Норм. Безумно вкусно. Че прям вот прям вообще, да? Супер-супер. Очень. Мой носик, весь носик. Кстати, дуриан в Китае не растет, он привозной из Таиланда. Поэтому цена маленечко такая кусучая. Кусучая. Ну да. Кусается. Есть такая цена. Цена маленечко кусается. Вытри ее нос. Наелась? Наелась или что? А все, иди, руки мой. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. На наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока.